Вместе с делегацией в древний город прибыли представители масс-медиа Польши. Иностранные гости первым делом посетили усыпальницу Амира Тимура. Старинный памятник поразил красотой и величием, дал возможность взглянуть на великую историю этого удивительного города. Самарканд – место встречи культур и идей, где возможности для диалога и сотрудничества беспредельны. А еще это мировая столица культурного туризма. По мнению дипломатов, страна обладает большим потенциалом в индустрии, взаимодействует со многими развитыми государствами. К слову, запуск прямого рейса Варшава-Ташкент-Варшава долгожданное событие, говорит польская сторона. Это будет способствовать росту деловых контактов и увеличению взаимного туристического потока. Это не просто польские авиалинии. Это польская национальная авиакомпания. Новые рейсы из Варшавы в Ташкент запустили вчера. Сегодня мы с группой журналистов, торговых агентов и туроператоров посещаем Самарканд, открывая для себя красоту Узбекистана. Отзывы об этой стране просто замечательные, а они очень важны, я считаю. Совершенно убежден, что наши самолеты будут полны, и многие люди откроют для себя не только Ташкент, но и Самарканд, другие стороны Узбекистана. Надо сказать, что вся наша группа очень любит Самарканд. Обязательно приеду еще, чтобы посетить этот прекрасный город и, конечно же, не менее прекрасный Узбекистан. В ходе визита членами делегации отмечено поступательное развитие двухстороннего межпарламентского диалога. Рассмотрены и вопросы наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Гости также посетили площадь Регистан и другие достопримечательности Самарканда.